Привет, друзья! В Одессе обломки сбитой ракеты, по некоторым данным зенитной ракеты, выпущенной ВСУ, упали на многоэтажный жилой дом. В результате падения обломков ракеты в доме начался пожар. На текущий момент неизвестно о жертвах и пострадавших. На месте работают пожарные и спасательные службы. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр.